Вместе с зимой в город пришли и традиционные сезонные забавы. А значит, самое время сходить на массовое катание. Руководство хоккейного клуба учло все нюансы. Коньки здесь можно взять на прокат. Одна пара обойдется в 3 рубля 50 копеек. Нужен только паспорт. Чтобы комфортно и безопасно чувствовать себя на льду, прежде всего правильно завяжите шнурки. Начинать нужно с самых низов, от носочка и выше. Первые секунды подвигаться и только потом идти осторожно на лед. Тем, кто не умеет кататься, переживать не о чем. Для детей предусмотрена специальная опора. Цена вопроса – рубль. Можно воспользоваться и услугами инструктора. На коньки ставят малышей от 4 лет. Набирают несколько групп. Самое популярное – семейный час. Можно записаться на любое удобное время. Одно занятие – 5 рублей. В первую очередь это касается маленьких детей. Я очень люблю ставить маленьких детей на коньки, потому что они стараются, они пытаются это сделать. И в дальнейшем они начинают катиться, и это уже радует. Катание на коньках дарит массу позитивных эмоций и помогает снять психологическое напряжение. Кроме того, за 45 минут активной тренировки сгорает порядка 400 калорий. При регулярных занятиях вы поймете, что ваше тело стало стройное и подтянутое. Мы приходим уже не первый раз, нам тут нравится, тут хорошая музыка, такая легкость и непринужденность, мне нравится. Каждый сезон приходите сюда? Да. Особенно на день рождения любим приходить. Людей много, это востребовано, люди катаются, много молодежи с детьми, также взрослых. Я думаю, это супер. Квитки приобретаются в день катания. Сеанс обойдется в 4 рубля 20 копеек. Можно сэкономить и купить абонемент от 6 занятий, как с коньками, так и без. Узнать точное время и стоимость на услуги можно на официальном сайте клуба, либо в билетной кассе с 10 до 21 часа. Ольга Васенда, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360.